Так, ну давайте, значит, вот что сделаем. Первым делом всегда нужно посмотреть, на каком разделе жесткого диска. Вот он, Linux Swap, стоит SDA6. Только не SDA6, а SDA5. А вы что, два свопа, что ли, сделали? Ну, я так ставил перед этим, сам еще первый раз ставил. И поставил Zarin 9, а потом Linux Mint поставил. И отдельно сделал два свопа. Вот я тогда спрашивал, надо было один сделать или два. Я же вам Вот сказал, поэтому у меня так я вам получилось. сказал, что достаточно одного раздела и все. А у вас Linux Swap, вот он, на пятом разделе. Вот к этому свопу мы и будем подключаться. Значит, что для этого нужно? Значит, нужно зайти вот сюда. Самый, как говорится, раздел вот этот. Вот, ETC. Мало того, значит, зайти надо в него как корневой пользователь. А, открыть как рот, Да, понятно. да. Печатайте пароль. И вот здесь мы ищем файлик fstab. Вот он. Я его открываю. Надо было там путь скопировать. Подождите, я хочу посмотреть. Вот видите, здесь указывается UID. Вот этот. Длинный вот этот вот номер. Видите, да? Так вот, Да. мы сейчас вот перейдем вот сюда. Я хочу, чтобы открылась, у нас была свернута, я хочу, чтобы открылась программа Gparted. И вот здесь мы нажмем, значит, правой кнопкой мышки по пятому разделу и нажмем на словечке «Информация». У меня мышь. И вот здесь давайте-ка посмотрим. Нужно будет вот это вот все дело выделить и скопировать. BCD2 919. Теперь переходим сюда, в блокнотик. В блокнотик перейдите, пожалуйста. Блокнот у вас, наверное, на верхней линейке. Ну вот. И вот теперь смотрите, вместо вот этого вот свопа, вам надо вот так вот старый своп вот так вот выделить. Возьмите, выделите у ID вот цифры и вот. Вот так. Да. И теперь нажмите Enter, в смысле это вставить. Теперь это самое нажмите на сохранить. Сохранить? Да, сохранить. Не слышу. Сохранить. Не слышу обрывки фраз. Ну, интернет, значит, медленный. Ну, что я могу поделать? Сохранить, конечно. Так. И теперь идите в терминал и снова заведите эту команду. Так, этот закрываем сейчас. Ну, можете закрыть, да. Терминал. Скопируйте sudo swapon-a. Что-что? Из вишенки скопируйте sudo swapon черточка A. Чуть пониже. А, да. Да. Копировать.
Вот теперь спокойненько вставляете. Enter. Вот, да. Ну вот, посмотрите, у вас файлик подключенный. Файл подкачки. Все, он подключен. Из 4.29. Теперь еще можно проверить другим образом. Открывайте Gparted. На нижней линейке Gparted у вас был. Да на нижней уже сидит иконка. Пятое. Следующее. Да. То есть, видите, да, сейчас вот тут значок появился. Да. То есть теперь он подключенный. И это видно у вас на иконочках, и это видно, значит, у вас, везде видно. Вот так подключается файлик подкачки. Вот это вот уменьшить, приподнять низ конки, вот он не помещается, отдача или входящая, исходящая, вот на самом низу, его не видно. Значит, вам здесь придется, у вас, очевидно, экранчик маленький, вам придется поработать с уменьшением шрифтов конки менеджера. Нажмите на нижней линейке, вот кнопочка, на ней две буквы написано, да. Вот там, где три переключателя нарисованы, да. Справа снизу откройте менюшку и поставьте Top Right. Top Right. Да. И там нажмите этот самый. А Team Viewer вон ушко там у него нажмите, чтобы оно спряталось. Apply. Применить. Ну, проверяйте, теперь у вас видно или нет. Ну, да, сейчас видно. Все видно, и сколько скачивается, и... Ну, надо нажимать кнопочку «Закрыть». Так. И закрывайте окошечко конки менеджера. А вот 9.3, где вот эти вот находятся файлы такие, есть zip, команда видео, HTML, zip. Для чего он нужен? Я что-то не совсем понимаю, о чем речь идет. Закрывайте Gparted. Открывайте вашу Cherry 3 и показывайте, что там за zip. Так, здесь-то, наверное, я... Сейчас я покажу. А вот. Вот, у меня открыт браузер как раз на меге. Так. Сейчас я расширю. И вот у вас, видите, HTML zip 36 мегабайт архив. Объясняю. Вот, допустим, я, значит, нахожусь на флешке. У нее, у меня на флешке еще, значит, ничего не установлено. Значит, мне, значит, и даже программа Cherry 3, в принципе, там не стоит. Я бегу, значит, на адрес своего сайта, заскакиваю на кладовочку на Меги и скачиваю вот этот файлик. Вот возьмите его, скачайте. Кстати, на Меги, значит, вы там можете сделать, если у вас там есть аккаунт, можете сделать и на русском языке. Документы, ну давайте документы скачайте, да? Теперь переходите в папочку, откройте этот файловый менеджер. Сайт уже можете пока свернуть, да. Документы идите, документы. У вас в документах оно скачалось. И теперь вот право. Правой кнопкой мышки разархивировать здесь. Да. Понял. Зайдите в нее, в папочку в эту. Сюда, да? Нет. А. Вот, она... А, да.
Так. И вот нажмите два раза, кликните индекс HTML. И вот вам все эти команды моего файлика Cherry 3. Ну, скажем так, не свежие, но по крайней мере кликните по любой. Понятно, да? А, то есть это все ссылки для браузеров. То есть это когда вы еще не поставили себе, допустим, на Cherry 3, а просто вот какую-то там операционную систему там решили ставить, значит, ну вам команды эти нужны. И, значит, вот эти команды, они все хранятся еще в виде это самое, HTML файла. Вот и все. Понятно. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания.